Привет, дорогой зритель, сегодня я тебя приглашаю поиграть в умопомрачительную игру под названием Panzer. Готовься погрузиться в мир, там где война никогда не закончится. Всего игроку доступно 8 персонажей, а какими они будут по классу, это ваше уже решение. Сама игра напоминает RPG. В ней доступна раскачка оружия, классовые навыки и, разумеется, характеристики. В игру можно играть с друзьями. Имеется система кланов, турниры профессиональных игроков и, кстати, за приглашение друга даются кристаллы. Каждый день у нас есть шанс победить в лотерее. С каждым днем мы получаем разные бонусы к атаке, к защите и, естественно, к хпшкам. Также к скорости атаки и вообще скорости передвижения. И шанс выиграть алмазы и вообще удачу к ковке. Также с каждой раскруткой этого колеса у нас есть шанс открыть вот эти ячейки. За этими замками прячутся всякие вкусности, что ли. Также в игре есть система крафта. Из каждого ресурса, имеющегося у нас, мы можем скрафтить любой шлем, пояс, любую одежду и оружие. Если вы хотите хоть как-то отличиться от других игроков, то вам придется задонатить. Вы можете купить за алмазы вот эти шлема, бородку и всякие остальные побрякушки. Также есть насмешки. Все это, конечно, очень здорово, но это стоит алмазы. И, естественно, ваших денег. Игра самосбалансированная. Донат не чувствуется вообще. В игре есть два режима, в которые можно поиграть. Это поход. Здесь мы деремся против, так сказать, компьютера, что ли. Здесь мы проходим всякие задачки, там убиваем монстров. Проходим миссию с остальными игроками. А в другом режиме мы деремся против таких же игроков, как и мы. Сами, естественно. Они такого же уровня, левела. Цель режима — это захватить или защитить точку, уничтожить там замок, защитить замок. В общем, все банально, но затягивает, ребята. Зовут меня Чанг. Мой скайп можно найти в описании. И тут в мире стало на одного гоблина меньше.